Цього тижня спільними зусиллями було врятовано 32 життя. На нашому дереві вже 605 фігур тварин, врятованих харків'янами. Історії, на яких хочемо наголосити цього разу. Прогулювались вдоль площадки, заметили кота, он открыл рот, очень тяжело дышал. Сначала Маша сказала, что это нормально для котов, потом я поняла, что это не нормально для котов. Мы попробовали дать ему воду, но это не помогло. Кота вдалося врятувати завдяки швидкій реакції дівчат. Ветклініка знаходилася в сусідньому будинку. Ветеринар одразу визначив, що це отруєння. Котика назвали Маркус. Коли він повністю стабілізувався, його повернули у двір до опікунів. В принципі, як-то переживаю за животних, дуже їх люблю. І таке бачити, одразу занервничала. Чому і не допомогти коту? Хай життя переможе все! Друг сказал, что вот пару дней, как собака приблудилась, я на нее глянула на шею, сразу поняла, что явно животное, что-то случилось, нездорово. И опять-таки худая, очень худая. Она не то, что, знаете, когда животное совсем болеет, он лежит. Лежит, когда очень плохо. Тут как бы она ходила, бегала, кушала. Собака увидела, что мы не пытались ее прогнать, не пытались ее как-то обидеть ничем. То есть просто мимо проходили, там что-то даже давали поесть. Прежде всего, самим не проявлять агрессию. Уж пытался ее, помогал ему поймать. Собаку назвали Джина. Завдяки Світлані та її чоловіку собаці швидко була надана допомога. На шиї виявився гнійний абсцес, який розрізали і поставили дренажі. Наразі Джина під нашою опікою проходить курс реабілітації. Вона вже відчула всю радість живого спілкування і їсть тільки тоді, коли людина поруч. Чекаємо на повне виздоровлення собаки. Хай життя переможе все! Я остановился и посмотрел, бросится она или нет. Я хотел вообще мимо пройти. Я думал, чья-то. А потом в последний момент я уже заметил, что она все-таки на привязи. Кора на дереве уже послазила от того, что она по кругу бегала. И уже тропинку себе, можно сказать, вытоп. Мне пришлось бить бутылку, чтобы разрезать этот провод. Я повел ее к ручейку, чтобы она попила. Мы еще походили где-то часик. Я поспрашивал у людей, которые там поблизости находятся, может, знают, чья собака. Но, к сожалению, все сказали, что, мол, никогда ее не видели. Я отвел ее к себе домой, накормил и позвонил в полицию. И все и воду приносили, и покушать ей принесли. И все нормально реагировали. Даже все понимали проблему эту, что собака нуждается в помощи, и никто не остался равнодушным. Некоторые даже искали, звонили по родственникам, по знакомым, может, кому-то нужна. Вівчарку Денис передав під нашу опіку, за два дні з'явилися бажаючі встановити красунчика. Чоловік приїхав за вівчаркою для своєї мами, яка прочитала історію собаки і не змогла залишитися в стороні. Тепер у тварини буде свій вольєр і люблячий господар. Нічого не складного, просто допомогти, позвонити куди треба і подождати. От вас залежить життя. Пусть це буде маленьке животне, велике, але від вас залежить життя. Від того, що ви посидите, навіть ті ж 7 часов, 10 часов с этим животным, пробудете с ним, там будете грязные с ним, ничего от этого страшного не произойдет. Вы спасете жизнь, он продолжит жить, это животное, а вы будете счастливы, что вы все-таки смогли хоть кому-нибудь в этой жизни помочь, не только себе и близким, но и тем, кто нуждался в этом. Хай життя переможе все!